И переночевав в лагере, на утро встали, смотрим, а вода ушла. И стало ясно, что невозможно уже будет продолжать путешествие, потому что там еще будут более сильные пороги, и там просто не пройти до того места, куда мы хотели за Таймень ехать. Ну, ничего не поделаешь, решили остановиться здесь. Благо, там рядом есть избушка, куда мы и отправились. Итак, переночевав и позавтракав, мы обнаружили, что вода упала еще на сколько? Сантиметров на 5, наверное. Опять упала. Если не больше. И мы, посвящавшись, приняли решение, что дальше мы не пойдем. Так как просто не пройдем. Вот. Нам не позволят. Два метра, даже больше. Видно? Будем здесь рыбачить. Да. Счастье искать. Рыбачу, ловлю удачу. Ну все. Итак, вот мы добрались до нашего нового дома. Такое место красивое. Чего говоришь, Саня? Вот такая щучья голова. О, какие тут щуки, да? Серега, О, смотри, висит. Возится. Это маленькая. Это маленькая. Таких мы брать не будем, да, Серега? Нет. Брать-то будем. Как это называется место? Это... Сордон. Не, это ручей-то. Это Таланда. Таланда. На впадении Таланды в Марху. Вот такая вот тут изба. Оленья шкура. Со всеми удобствами. Первым делом мы решили побросать спиннинги, вот, половили там окуней, щук. Итак, всем привет, с вами Александр Бухонин, Сергей Васильев, и мы на Мархе ловим на спиннинг. Серега, покажи свою наживку. Это у тебя? Блю Фокс. 4, сейчас мы будем ловить кого? Линка. Ну или линка, и то, что попадется. Щуку. Щуку. Посмотрим. С первого заброса болтуса. О, попался уже. Ого. О, сардон. И правда, блядь, с первого заброса. Что там? О, и правда сардон. Давай. О, хороший. Че, сошел? Сука! Откусил. Мать. Откусил. На. Серега, вот так вот с первого заброса. Отлично, че. Вот такая вот рыбалка в Якутии. Злые щуки, особо злые, даже поводки откусывают металлические. Ну что, ты хочешь еще разок попытать счастье? Только еще разок, а? Все равно поймаю кого-нибудь. Все равно как-то поймаю? До победы? Да. Хорошо. О, Якут без ножа. Там остался. Не в счет, да? Метровая щука. Ты не расстроен? Я? Нет. У тебя азарт? Да. Ну навряд ли она клюнет с блесной во рту еще разок. У нее блесна во рту торчит. Ага. Ее только если нырять, стрелять там и доставать блесну из нее. Доставай блесну и прохлаждаешься, ты стоишь. Вперед, ныряй, да, за щукой?
За блесной. У меня самая уловистая блесна это была. Клюет? Нет. Не клюет. Как его? Таланда. О, что-то тянет. А да. А такие вот линки. Как вам линочек? Линочек, окушочек. Вот так вот. Вот такие разбойники полосатые. Водится. Все, туда положим? Давай, давай. Это у меня что? Какая-то вот с красной штукой. Не знаю что, колебалка. Вертушка. Вот такой окушок. Уже что-то покрупнее. То же самое выгар. Ну, покрупнее чуть-чуть. Вот такой. Куней здесь очень много. Ну а потом поставили сети. Напоминаю, что сети это разрешенные снасти Якутии, и в основном сетями там ловят. Да, мы поставим пару сетушек, да? Вон мелко. О, рыба. Не снесет, нормально. Все, дальше поехали. Вперед.